13-летний Матвей наносит точные удары по боксерской груше. Он занимается боксом уже 5 лет. За это время одержал немало побед на внутренних соревнованиях, но и поражения тоже были. Они научили усерднее тренироваться, ведь Матвей собирается достичь успеха не только на городской, но и на мировой спортивной арене. Человек должен сам себе послать эту мысль, то, что он должен стать именно чемпионом. Я должен сам стать чемпионом, да, я крутой, я смогу. А все остальное уже придет автоматически. На первый официальный чемпионат Одинцовского городского округа и зональное первенство Подмосковья собрались только лучшие боксеры в возрасте от 13 до 40 лет. Среди почетных гостей – финалистка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Софья Очагава. Она начинала заниматься боксом в 11 лет. Сейчас ей 34, но до сих пор активно выступает на соревнованиях, а также тренирует юных спортсменов. Я пришла насладиться боксом, посмотреть, как выступают мои ученики, еще раз посмотреть, есть ли у них какие-то ошибки, над чем нам дальше работать. Поэтому будем работать, будем стараться. Соревнования проводят в память основателей бокса в Одинцове, заслуженных тренеров и мастеров спорта Александра Григорьева, Виктора Коробченко и Сергея Васильева. Ведь традиции советского бокса в Одинцове передаются из поколения в поколение. Есть успехи определенные. Вот в августе в Боснии и Герцеговине прошло первенство Европы. Наш воспитанник Максим Максимов, житель города Одинцова, стал первым на этом соревновании, вошел в сборную России, стал капитаном сборной команды России. Поэтому традиции продолжаются. Участникам предстоит 3 раунда по 1,5 минуты. Юные спортсмены выходят на ринг в полной экипировке. Это вся необходимая защита. А пока одни выступают, остальные готовятся к выходу. Самая лучшая подготовка – разминка. Прыжки через скакалку, бег на месте – все подойдет. Каждую субботу проведем сводную тренировку и примерно уже знаем, как ребята подготовились. Подготовились хорошо, мы начали этим заниматься с 1 ноября, уже 2-2,5 месяца готовились к этому соревнованию. Помимо традиционных кубков, победители соревнований получат спортивные разряды и войдут в состав сборной команды Одинцовского округа по боксу. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».